призывают не паниковать, однако ситуацию не комментируют. В КТК не подтвердили и не опровергли информацию о том, что тарифы на отопление могут подняться на 420%. В сети появилось фото протокола заседания членов Совета региональной службы по тарифам. На нем присутствовали также чиновники и коммунальщики. Увеличение тарифа энергетики мотивирует высокими потерями в тепловых сетях, как сообщили сегодня в РСТ. Завтра тариф будут утверждать, поэтому пока предоставить какую-либо информацию там отказались, но предупредили, что волноваться кировчанам не стоит.